Российский актер Марк Эдельштейн продолжает свой впечатляющий путь в Голливуде, став исполнителем главной роли во втором сезоне нашумевшего сериала «Мистер и миссис Смит». Этот проект, вдохновленный знаменитым фильмом с участием Анджелины Джоли и Брэда Питта, уже привлек внимание поклонников и критиков. Как сообщает издание Deadline, роль мистера Смита теперь принадлежит Эдельштейну. Сериал «Мистер и миссис Смит» рассказывает историю спецагентов, которые вынуждены изображать супругов ради выполнения миссии. В первом сезоне блестяще справились с этой задачей Дональд Гловер и Майя Эрскин, но второй сезон покажет совершенно новую пару агентов. Именно этому дуэту и предстоит взять на себя напряжение новых шпионских приключений. Интересно, что ходили слухи о том, что молодую Джейн Смит во втором сезоне могла бы сыграть популярная певица Билли Айлиш, однако эти предположения не подтвердились. 22-летний Марк Эдельштейн приобрел известность благодаря фильму «Анора» режиссера Шона Бейкера, который в этом году был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале. За свою экспрессивность и харизму Эдельштейн получил прозвище «Русский Тимоти Шаломе», и у них уже была возможность встретиться лично. На родине у актера тоже немало достижений, он снялся в сериале «Монастырь» с Настей Ивлеевой и в фильме «100 лет тому вперед», основанном на популярной повести Кира Булычева. В данный момент Эдельштейн много времени проводит в США, сотрудничая с коллегой по «Аноре» Юрой Борисовым, которому пророчат номинацию на «Оскар» за его вклад в фильм. В «Аноре» Эдельштейн играет Ваню, сына русского олигарха, который необдуманно вступает в брак со стриптизершей. Родители молодого человека настоятельно сопротивляются такому союзу и предпринимают попытки аннулировать брак, что становится основой сюжета фильма.